Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире информационная программа «День о событиях» в Уральском федеральном округе. В студии Ярослав Бородин и Ирина Арефьева. Главное за день. Уральский федеральный округ накануне великого праздника. В Челябинске генеральная репетиция парада. В Салехарде раздают георгиевские ленточки. В Тюмени продают креативные наклейки ко Дню Победы. Детский отдых без происшествий. В Свердловской области начались проверки загородных лагерей. А в Югре проходят проверки аптек. Все внимание жизненно важным лекарствам. Инвалидность не приговор. На Ямале помогают трудоустроиться людям с ограниченными физическими возможностями. В Ноябрьске, например, они выращивают шампиньоны. Итак, в Челябинске прошла генеральная репетиция парада Победы. В ней приняли участие военнослужащие Челябинского гарнизона и тяжелая техника. Танки Т-34, ИС-3, командирские «Виллисы» и грузовики-полуторки. Всего более 50 образцов машин военных лет. Сюжет Романа Марьяненко. Колонны выстроены, техника наготове, звук проверен. На генеральной репетиции все в реальном масштабе. Именно так пройдет парад Победы 9 мая в Челябинске. Однако, несмотря на то, что это только тренировка, участники парада волнуются по-настоящему. Ну так страшно, да. Нужна выдержка, долго стоять очень. Точно надо пройти. Сыграть на барабане – это очень тяжело даже. Парад открывают пешие колонны. 9 мая в праздничном шествии примут участие 2500 военнослужащих Челябинского гарнизона. Для всадницы Анны парад тоже станет первым. Однако девушка не переживает. Вместе с ней по главной площади города пройдет ее верный друг. Да и реконструированная форма конного взвода придает особое настроение. Интересно, конечно, поставить себя на их место, почувствовать тяжесть этой каски, которая довольно-таки нелегкая. Как-то заражает атмосферой именно тех времен. Вслед за пешими колоннами появляется военная техника. Тут и легендарный танк Т-34, и тяжелый танк ИС-3. Их в годы войны выпускали на Челябинском тракторном заводе. Проезжают самоходные артиллерийские установки, мотоциклы, американские «Виллисы», которые поставляли в Советский Союз по ленд-лизу. Грузовики-полуторки везут самую распространенную пушку в Красной Армии, так называемую «сорокопятку». Среди исторических боевых машин находятся и послевоенные образцы. Например, бронетранспортер БТР-40. Энтузиасты, мы сделали согласно чертежей. Они взяли в архиве и восстановили его. Здесь можно было посадить отделение хорошее, вооруженное пулеметами, автоматами и так далее, и тому подобное. Поэтому он практически, броня здесь непробиваемая. Военнослужащие делятся секретами. Несмотря на то, что репетиция генеральная, некоторые дополнения в праздничном параде все же будут. Традиции никто не отменял, все будет проходить традиционно, но маленькие новшества, изюминки, естественно, будут. Ну, это уже не секрет, парад начнется с пролета самолетов Су-24. Четыре бомбардировщика Су-24, если позволит погода, пролетят всего за несколько минут до начала торжественного построения. Первыми на площадь революции выйдут несколько десятков ветеранов Великой Отечественной войны. За ними промаршируют два взвода с флагами и в исторической форме. Роман Марьяненко, при содействии Челябинского областного телевидения и 31-го канала, информационная программа «День. Челябинск». Ямал присоединился к акции «Георгиевская ленточка». Накануне в Салехарде активисты раздавали символ победы всем автомобилистам. В акции приняли участие сотрудники госавтоинспекции, представители Общероссийского народного фронта и юные участники дорожного движения. Они, кстати, решили совместить приятное с полезным, напомнить не только об истории своей страны, но и о надвигающемся мотосезоне. В такой акции, да, мы первый раз нас пригласили, мы очень рады поучаствовать в такой акции. Мы сами все, у нас и деды наши воевали у всех, и так что мы стараемся, даже, наверное, выйдем, вот, в бессмертном полку будем участвовать, думаем, вот, тоже такую акцию совместную городскую. Всеобщая волна патриотизма накануне 9 мая по законам экономики породила предложение. Предприниматели нашли альтернативу самодельным надписям «Спасибо деду за победу» и поставили это на поток. Сколько просят за любовь к отчизне? Из Тюмени сюжет Алексея Вяткина. В
Готовиться к маю здесь начали в марте. Со станка небольшой типографии вышло уже 200 квадратных метров победных наклеек. С каждым годом растет не только их количество, но и разнообразие надписей. Стараемся чем-то удивить новым. Вот сейчас, к примеру, на этот год ассортимент увеличен в 3 раза, и многих наклеек нет ни у кого, они есть только у нас. То есть макеты рисовали самостоятельно. Поддержать ветеранов сегодня очень легко. Выбираешь наклейку покрасивее, и ты уже как бы помнишь о победе. Ты уже как бы патриот. Цена победы обрела конкретные цифры. В среднем 100 рублей. Машины, из которых продают наклейки, стоят почти у каждого тюменского торгового центра. У этого, например, сразу 3 магазина на колесах. Выдаем георгиевские ленточки, получается, всем желающим бесплатно. И также ветеранам выдаем флажки. Все остальное по гибкому прайсу. Местная охрана периодически выгоняет коммерсантов с парковки. Но от этого меньше их не становится. Ведь пока есть спрос, будет и предложение. В принципе, мы даем какую-то память старикам, ветеранам труда. Я думаю, что да, я куплю выходную наклейку. То, что Гитлер вонючка, это, ну, мы в свое время тоже говорили там, как сегодня утром под мостом поймали Гитлера с хвостом. Мне кажется, это не то. Надо им как-то физически помогать, а не наклейками. Закона, который бы запрещал продавать символы победы, нет. А в Совете ветеранов и вовсе рады любому проявлению гордости за 9 мая. Я отношусь положительно. Это, наконец, мы стали говорить всем, как это было 71 год тому назад. И горожане активно разбирают наклейки. Чем ближе 9 мая, тем спрос на них выше. А этично покупать символы победы или нет, каждый решает сам. Главное, с креативом не перебрать. Алексей Вяткин, Николай Комаров. Специально для информационной программы «День. Тюмень». Ну и совсем нерадостная новость. Накануне 9 мая от Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об избиении ветерана Великой Отечественной войны медбрата в больнице Краснотуринска. Медработник поднял руку на 92-летнего старика, который находился в клинике на лечении. И в тихий час он просто вышел из своей палаты. Вот что нам сообщили в Следственном комитете по телефону. Причиненные повреждения повлекли кровоподтеки и физическую боль потерпевшему. Следствием собрана достаточно доказательная база, в связи с чем уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Полиция нашла мать, оставившую своего малыша в подъезде одного из домов Екатеринбурга, где оказалась 34-летняя жительница города. Напомним, полугодовалого мальчика накануне обнаружили местные жители. Из-за того, что место, где находилась коляска, редко посещается, ребенок пробыл в подъезде один всю ночь. Нашли его только на следующий день. Малыш надрывно плакал. Отчаявшись дождаться родителей, жильцы дома вызвали полицию. О матери подкидыша известно, что она нигде не работает, ребенка воспитывала одна. Его отец, со слов женщины, никакой помощи им не оказывал. Теперь нерадивой матери грозит наказание. Женщина 1982 года рождения объяснила правоохранителям свой поступок тяжелым материальным положением и отсутствием постоянного заработка. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Максимальное наказание по данной статье составляет до 1 года лишения свободы. Бизнес за решеткой в Югре. В пенитенциарных учреждениях открываются новые производства. Так, в 11-й колонии Сургута делают мебель, душевые кабины и кованые изделия. Закупили и швейное оборудование. Цех расширили почти в 2 раза. Объемы производства здесь не промышленные, но тоже впечатляют. До 1000 одеял и 1500 простыней в сутки. Отшивают здесь и спецодежду для медучреждений и нефтяников, причем не только обычные халаты, но и зимний вариант верхней одежды. В данный момент заключаем договора с центром здравоохранения округа, обшиваем больницу округа, перинатальный центр наш обшивали в прошлом году. Сейчас на стадии заключения с нашим Сургутской СУКБ по пошиву халатов, постельного белья. А в Ноябрьске трудоустроиться помогают инвалидам. Они выращивают шампиньоны. Бизнес оказался довольно прибыльным. Подробнее Альфия Шакурова. Перегной и удобрения тщательно перемешать с землей, разбросать полученный грунт на 3-этажные грядки, а сверху рассыпать семена шампиньонов. Работать нужно быстро, мицелий, субстанция нежная. При долгом контакте с руками погибает от высокой температуры. Это пшеница, на ней пророщены грибницы самого шампиньона. Ее нельзя долго держать в руке. Наша температура тела 36,6, а грибница погибает при температуре 32 градуса.
На мини-ферме на площади 130 квадратных метров собирается выращивать тонну шампиньонов в месяц. Бригада – 4 молодых человека с инвалидностью и Евгений Самсонов. Он, кстати, и начальник, и технолог, и наставник, и психолог. Мы занимаемся трудовой реабилитацией ребят, которые имеют свои ограничения, то есть допуском к работе, которым трудно устроиться куда-то на другую работу. За работу парни получают зарплату. Два минимальных оклада – 26 тысяч рублей. Доход, говорит Александр Вязовцев, это замечательно. Но куда важнее быть нужным и занятым. Дважды он безрезультатно пытался устроиться работать по профессии – поваром. На одном месте сказали, что я не смогу за себя постоять. На другом месте, что медлительный и большой ребенок. А здесь что говорят? Здесь ничего не говорят. Дают работать. Трудоустройством инвалидов общественной организации «Таганай» занимается с момента ее основания. Однако, по словам лидера НКО Сергея Богдановского, не всегда это было высокоэффективно. Из процесса выпадала категория людей, нуждающихся в очень чутком индивидуальном подходе. В случае с теплицей все сложилось как надо и даже позволяет строить планы по расширению производства. Мы бы хотели продолжать этот проект, выходить на новые мощности. И вот тут без поддержки региона, администрации нам не обойтись. Первый урожай на грибной ферме ожидают в конце весны. Стоимость шампиньонов обещают ниже рыночной. Альфия Шакурова, Ярослав Кудринок, Роман Лузанов, Ноябрьск. Смотрите далее в программе «День». Детский отдых без происшествий. В Свердловской области начались проверки загородных лагерей. А в Югре проходят проверки аптек. Все внимание жизненно важным лекарствам. И также о том, как хрупкая девушка, майор полиции, обезвредила хулигана. Вы смотрите информационную программу «День». Мы продолжаем. Документы у 800 иностранцев проверили сотрудники полиции, ФСБ и миграционной службы на одном из рынков Челябинска. В итоге 56 мигрантов доставили в отдел полиции для установления личности. Еще 9 выходцев из стран ближнего зарубежья, скорее всего, отправятся на родину. Они оказались без документов, и сейчас решается вопрос об их депортации. Отметим, в Челябинской области применяются особые меры по антитеррористической защите населения. Силовики периодически проверяют рынки, гостиницы и даже учебные заведения региона. А в Свердловской области начались проверки загородных лагерей. Сегодня инспекторы побывали в детском учреждении под Ревдой и обнаружили нарушения. Впрочем, время, чтобы их исправить, еще есть. Сюжет Юлии Першиной. Вот в этом колодце у нас находится кран наружного водоснабжения пожарного. Давайте проверим. Инспектор, не раздумывая, спускается в колодец, чтобы проверить исправность оборудования. Разматывает пожарный рукав и пускает воду. Напор должен быть достаточно сильным, чтобы справиться с огнем. Уже через месяц в этот загородный лагерь должны приехать 150 детей. К этому моменту здесь готовятся основательно. Все сотрудники, от воспитателей до уборщиц, уже прошли обязательный инструктаж по пожарной безопасности. Инспекторы экзаменуют охранника. Умеете пользоваться огнетушителями? Конечно. Расскажите нам принцип действия. Чеку выдергиваешь на коне, раздувается амбула, и все, и пошел. Переворачивать его не нужно? Его. Встряхивать его тоже не нужно? Все огнетушители новенькие и в полной исправности. На каждом этаже развешаны схемы эвакуации. В жилом корпусе по правилам стены покрашены эмульсионной краской. А на потолке есть датчики дыма. Инспекторы проверяют голосовую систему оповещения о пожаре. Неожиданно она не срабатывает. Нарушение пожарной безопасности. Не сработала автоматическая пожарная сигнализация в настоящее время. То есть это неисправность считается. Если при итоговой приемке будет выявлено такое грубое нарушение, то запрещено будет. Заезд детей будет запрещен. Инспекторы, впрочем, успокаивают. В ходе предварительных проверок подобные проколы случаются. В лагере, как выяснилось, не все в порядке и с телефонами. Дозвониться по ним в пожарную охрану удалось далеко не сразу. Впрочем, время на устранение всех недостатков еще есть. Мы в данном случае здесь уже не столько надзорные органы, сколько консультируем, то есть помогаем, подсказываем, вот, как знающие специалисты. Поэтому их задача главная, чтобы это все вовремя устранить и открыться. Перед проверкой все волнуются. Говорят, что у нас все есть, такого не бывает. Всегда можно найти какие-то недочеты и так далее. Конечно, волнуемся.
Конечно, тем более, что столько сил вкладывает управление, столько сил вкладывают работники. Итоговые приемки стартуют в конце мая. По планам Свердловской области в этом году свою работу начнут почти 1500 детских загородных лагерей. Каждую смену детей будут навещать пожарные инспекторы. Юлия Першина, Вадим Шолохов, информационная программа «День». Ревда, Свердловская область. Губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала один из аптечных пунктов Сургута. Проверку по всей стране поручил провести председатель правительства Дмитрий Медведев. По данным службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения Югры, в округе уже проверили 10 аптечных пунктов, 4 из них в Сургуте. И, как показала проверка, ни в одной аптеке нарушений пока не выявлено. Везде есть необходимый ассортиментный минимум жизненно важных лекарственных препаратов. И не превышаются розничные надбавки на медикаменты, которые входят в такой перечень. Проверки аптек продолжаются. Были проверены все ценовые категории, и фактов нарушений обнаружено не было. Наверное, это хорошая новость для людей. Да, ассортиментный минимум везде соблюдается. И сегодня вот мы с вами уже в таком явочном порядке вернулись в эту организацию. И сегодня ничего из того, что мы с вами проверяем, не находится в красной зоне. Все в соответствии со стандартами и нормами. Уральские и швейцарские хирурги объединились, чтобы вместе вести операции по протезированию суставов. Документ о долгосрочном сотрудничестве сегодня скрепили подписями в присутствии губернатора Евгения Куйвышева. Обмениваться опытом будут специалисты швейцарского благотворительного фонда «Сердце Евразии» и Нижнетагильского лечебно-реабилитационного центра. Фонд «Сердце Евразии» активно работает во многих странах мира. В последние годы его хирурги выполнили около 2000 операций. Среднему Уралу подписание соглашений позволит развить в регионе передовые медицинские технологии, а свердловчане смогут получать консультации в ведущих европейских мединститутах и клиниках. Ни одна клиника, если бы она хотела работать с высокими технологиями, не может работать с ними автономно. Необходим международный трансфер знаний и технологий. Мы можем предложить именно повышение квалификации, подготовку персонала, чтобы работать с этими технологиями. К известным строчкам Некрасова про женщин в русских селениях можно добавить новые. Жительница Невьянска Свердловской области смогла обезвредить злоумышленника, который угрожал ножом прохожим. Героем оказалась майор полиции. Сюжет Анастасии Гороховой. В тот злополучный день следователь Иванова несла в прокуратуру очередное уголовное дело. По пути на ее глазах разыгралась криминальная драма. На автобусной остановке мужчина в состоянии наркотического опьянения накинулся на прохожего. Рядом находилось около 15 человек, но никто из них не пришел на помощь. Перепрыгнул через скамейку, достал нож, и я поняла, что он его сейчас убьет. И при этом он говорил, что он высказывал слова, что я тебя сейчас тут прирежу, ты здесь останешься навсегда. Я когда это все увидела, я прям поняла, что он сейчас его зарежет. И, естественно, я ему потребовала, чтобы он бросил нож. В хулигане сотрудница полиции узнала ранее судимого за кражу и употребление наркотиков местного жителя. Узнал ее и он. Это подействовало на дебошира, как красная тряпка. Злоумышленник развернул холодное оружие на следователя. Мужчина, за которого вступилась женщина, ретировался. В бой майор ринулась один на один. Я просто выбила в плечо. И, значит, нож выпал, и нож упал на землю. Я стала между ним и ножом. Он пытался несколько раз поднять нож, я ему не давала, удерживала его. Но в это время подъехали наряды, его задержали. Хулигану выписали административный штраф 500 рублей и отпустили. А следователю Ивановой за смелость руководство выразило благодарность. Если бы действия правонарушителя не были пресечены, могло бы быть совершено преступление. Он был в таком состоянии. Даже когда был доставлен в отдел внутренних дел, тоже он был еще неадекватен. Это не первый подвиг отважного майора. Несколько лет назад она устроила погоню за грабителем. Я находилась в магазине и увидела, что у пожилой женщины молодой человек вытащил из корзины кошелек и побежал. Я не могла опять же пройти мимо. Побежала за ним. Очень долго мы бежали. Я ему кричала вслед, но догнала. В полиции Оксана Иванова работает 22 года. Расследует дела, связанные с оборотом наркотиков. С ее помощью задержали не одну сотню наркокурьеров. Анастасия Горохова, Денис Разбахтин. Информационная программа «День». Свердловская область. Невьянск. Ну и вновь о предстоящем Дне Победы. Накануне 9 мая в Музее военной техники Верхней Пышмы появилась маленькая подводная лодка. Впрочем, маленькая только по размерам. А вот ее вклад в общую победу казался довольно огромным. О малютке, которая наводила ужас на фашистов, сюжет Анастасии Кондрашовой. Перед нами как раз
боезапас по стандартной малютке. Две парогазовые торпеды, да, которые при контактном срабатывании взрывателя, да, взрываются, деформируют подводную часть судна противника. Это самая маленькая субмарина советского флота 40-х годов. Миниатюрная малютка прошла всю Великую Отечественную. Хотя маленькая она, наверное, только для профессиональных моряков. В длину подлодка 44,5 метра. Собирали полномасштабный макет в Перми и перевозили в Свердловскую область почти так же, как это делали более 70 лет назад. Когда встал вопрос о том, что нужно перебрасывать лодки куда-нибудь на Тихий океан, да, в Японское море, то есть это можно через полсвета лодку гнать своим ходом, да, а можно ее распилить, по железке ее перебросить на восток, там ее уже по швам собрать, да, и вот у тебя будет лодка. Соответственно, смысл лодки в том, что разобранная влазит в железнодорожный габарит. Благодаря своим размерам малютка могла пройти там, где крупногабаритные подлодки застряли бы, например, в узких заливах. Помещались на ее борту лишь 24 человека. Моряки посменно спали, осваивали сразу несколько специальностей. Воевали в тесноте, но, как говорится, не в обиде. Поскольку по меркам военно-морского флота малютка была весьма миниатюрная, соответственно, было ограничено и ее вооружение. Это всего две торпеды и 45-миллиметровое орудие. Вот оно установлено наверху. Подводники того времени даже шутили, что плавают на трубе с пушкой. В условиях военного времени субмарина выигрывала благодаря своей компактности. Она успевала уйти под воду быстрее, чем немцы могли опомниться от взрывов ее торпед. Кроме этого, М-32 спасала осажденные города. Такая гуманитарная, так скажем, лодка. То есть Севастополь, 42-й год, город осажден, кругом куча немцев. Вот. И лодка совершает два транспортных рейса. В Севастополь везутся снаряды, патроны, бензин, все такое. Из Севастополя эвакуируются высший командный начальствующий состав, раненые. В годы Великой Отечественной такие малышки потопили более 60 вражеских кораблей, тем самым приближая нашу страну к большой победе. Анастасия Кондрашова, Юрий Чернышов. Информационная программа «День», Свердловская область, Верхняя Пышма. С предстоящим Днем Победы ветеранов и всех жителей Уральского федерального округа поздравил полпред президента. Игорь Холманских отметил весомый вклад Урала и Сибири в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые земляки, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с праздником Победы. Более 70 лет отделяют нас от победных майских дней 1945 года. Исторические события часто стираются в народной памяти, но это не относится к Великой Победе. Для нас она не прошлое, а настоящая, сегодняшняя жизнь и судьба. На долю советского народа выпали такие испытания, равных которым не было в мировой истории. То, что он выстоял, многие называют чудом. На Западе не любят об этом вспоминать, но многие спешили хоронить нас и в 41-м, и в 42-м году. Мало кто верил, что можно отразить удар нацистской военной машины. Но наши деды и прадеды считали по-другому. На поле боя вышло самое сильное оружие – дух народа, его вера в себя и в свою страну. Именно поэтому мы победили и спасли человечество. Уверен, что слава Великой Победы не померкнет никогда, поскольку историческая память и чувство благодарности есть у всех народов, а значит, никому не удастся забыть или перечеркнуть этот подвиг. Дорогие друзья, победу над врагом ковала вся страна. Огромный вклад в победу над фашизмом внесли Урал и Западная Сибирь. Наши земляки воевали на всех фронтах Великой Отечественной, сутки напролет стояли у станков на предприятиях, дали приют сотням тысяч эвакуированных. Не всем из них суждено было дожить до наших дней. Тем более важно окружить ветеранов и тружеников тыла заботой и вниманием. Ведь своей жизнью и свободой каждый из нас обязан именно им. Давайте вместе поздравим ветеранов с Днем Победы, пожелаем им здоровья, долголетия, бодрости духа. Все они, живые и ушедшие, навсегда останутся нашим бессмертным полком. С праздником, уважаемые земляки и друзья, будем помнить о Великой Победе. Губернаторы Уральского федерального округа также уже поздравили уральцев с Днем Победы. Главы регионов сказали слова благодарности ветеранам, которые стояли на защите Родины. Мы благодарим наших ветеранов за радость мирной жизни, за страну, которую они подняли из руин, за детей, внуков и правнуков, которых воспитали.
Здоровья вам и долгих лет, мира, счастья и благополучия. Низкий вам поклон за ваши подвиги во имя жизни и во имя мира на всей земле. Вечная слава нашим героям, кто не дожил до этого дня, и светлая память всем героям, защищавшим наше Отечество. Мы с радостью и гордостью вспоминаем победную весну 45-го года. Но в сердце каждого эхом отзываются боль и страдания, которые война принесла нашему народу. Это главный праздник России, символ величия и славы Отчизны. Это выражение нашей огромной благодарности старшему поколению. Это крепкая, немеркнущая память, объединяющая наше общество. Мы присоединяемся к поздравлениям с наступающим Днем Победы. С праздником. До свидания.